Мне радостно быть сегодня здесь. Я прошу сейчас отписаться мне, насколько меня слышно, видно, чтобы мы с вами могли общаться. Добрый, добрый, слышно, видно, хорошо. Сейчас я попробую сделать так, чтобы вот как-то вот так, чтобы я была у вас красиво в центре. Ну или, по крайней мере, вам точно надо меня слышать. Значит, для начала давайте познакомимся. Меня зовут Олеся Бавалькевич. Нахожусь я сейчас в локации дома в Киеве. Мне будет очень интересно географию узнать, откуда же вы, чтобы мы могли общаться, ну хотя бы предполагая, где мы расположены на этом земном шаре. Сумы, Киев, Луганск, Киев, Киев, Харьков, боже. Я как путешественник, Леночка меня уже представила, что я правда обожаю путешествовать, путешествую вместе с тремя детьми и с собакой. Кто был вообще на фестивалях, всегда в таком комплекте меня и видит. А, ну вот, жить как чудо, во Львове я часто бываю, в Одессе. Поэтому, что я вам хочу сразу сказать. Для кого-то, наверное, это даже будет немножечко разрыв шаблона, потому что путешествие с тремя детьми и с собакой, ну, это такое что-то дикое, как это возможно? А, да, папа у нас офисный работник, программист. Ему надо два компьютера и тишина. У него немножечко другое направление работы, и, в принципе, внутренний склад характера ему не очень комфортно менять постоянно место. Ему вот, знаете, как нужна хирургу его личная операционная, так программисту нужен его личный кабинет с двумя мониторами, и все. Программистам больше никто не нужен во время работы. О чем я пытаюсь вам сказать, говоря о путешествиях и начиная с них? Я пытаюсь вам сказать о том, что в этой жизни все возможно. То есть, если вы решили написать книгу, то первое, что вы должны понять, стоит только захотеть. И вы это сможете сделать. Вот задумайтесь над этим. И честно себя спросите, я правда по-настоящему хочу стать автором книги? И даже перелистну страничку, а начинаем мы сегодня с вами с начала, я прошу вас сейчас подготовить листочки, обыкновенный листочек белый и ручку. Давайте поставим плюсики те, у кого есть и кто готов. И кто готов это сделать. Поставьте плюсики, у кого есть на чем писать. Я прошу прощения, возможно, это модератор. Да, так и есть. Так и есть. Модератор мне дал ценные указания, я их приняла. Дамочка, я все слышала. Все замечательно. Так, у нас есть плюсики, все готовы, это чудесно. Тогда перед тем, как мы перейдем дальше, коль мы начали с желания и с вашей внутренней готовности, а я не просто говорю об этом, даже не представляясь, фактически не рассказывая о том, что я делаю, я хочу, чтобы вы попробовали без давления вот какого-то авторитета, профессионализма, побыть немножечко с собой. Попробуйте сейчас расслабиться, закрыть глаза, потратьте на это время, сядьте удобно, делайте так, чтобы вам было комфортно сейчас самому с собой или самой с собой. И представьте, что у вас в руках ваша книга. Вы ее держите, вы можете перелистать ее страницы. Ее обложка либо гладкая, либо шершавая. Вы можете ее повернуть и прочесть, что есть с другой стороны. Сколько в ней страниц? Вы можете даже предположить и открыть, что в ней написано внутри. Попробуйте покрутить ее, представить ее в своих руках. Попробуйте отследить, что в этот момент вы чувствуете. Как вам с этим? И сейчас я попрошу вас открыть глазки и ответить себе на такой вопрос. Как я себя чувствовала в теле или чувствовала? Как мне с этим физически?
Кто готов, вы можете отписаться в сообщениях. Это будет для нас, для всех интересным моментом. Как для вас было в теле? Интересно, меня сейчас разорвет. Я ее так вижу уже, офигенно чувствовала. Супер, Светлана, спасибо. Трепет. Трепет – это немножечко не о теле. Девочки, не о теле. Трепет – это эмоциональное, трепетно. Тело. Как тело? Тело чувствовало. Мое продолжение, верю, да, это физически. Ощущение в теле. Тепло, комфортно, спокойно. Опять-таки, спокойно – это эмоциональный фон. Ваше тело как с этим? Как? Прекрасно. Часть меня. Я большая. Алексей, как на уроке. Так, интересно, я... интересно, загадочный комментарий. На кончиках пальцев шершаво, как после кофе. Ну, Катя, это что-то очень приятное. Так, под ребрами жмет. Танечка, вот с этим на самом деле очень важно зафиксировать себе это ощущение. И смотрите, коль говорим о теле, у вас сейчас появится... Точнее, я в конце дам ссылочку. У меня есть практикум по психосоматике, я о нем еще скажу. Но то, что сейчас мы говорили, это ваше тело, и это ваше восприятие того, что происходит, когда вы уже достигли. Для нас это будет сегодня очень важно, мы еще возьмем это в работу, но пока это начало-начало. А я вас попрошу опять закрыть глаза, опять расслабиться. Сесть так, чтобы вам было комфортно, хорошо. Вот взять с собой это физическое ощущение в теле, которое уже было. И дальше я вас попрошу, держа вашу книжку в руках, спокойно, с закрытыми глазами, будучи самостоятельно с собой сейчас и слыша только мой голос, предположи, а что вы будете делать, когда ваша книга у вас уже есть? Буквально 5 пунктов. Ваши действия. Что будете с ней делать, ощущая себя в теле так, как вы себе отметили? 5 пунктов для себя. Кто готов, вы можете с нами в комментариях поделиться. Возможно, для кого-то это и будет полезно. Откройте, пожалуйста, глазки. Познакомите мир с ней. Так, глубже. Вот хотя бы 5 пунктов. Ваши действия. Вот книга уже у вас в руках. Отметьте для себя хотя бы быстренько 5 пунктов. Что будете с ней делать? Только вот попробуйте сейчас выключить вот эту часть, вот тут вот, да, мозг. Вот вы ее чувствуете физически. Что будете делать первым? Вот первые 5 пунктов. Побежите куда-то, маме подарите, ребенку, ребенка обнимите, мужа поцелуйте. Это может быть все что угодно. Танцевать с ней, обнять и плакать. Обниму свою книгу, писать следующую. Алексей, я просто вам аплодирую. Вы молодец. Отдам, подарю, сяду писать новую, схожу в церковь. Леночка, прекрасно. Подержать, полистать, прижать к себе, показать другим. Иван, видите, продолжение идет, ощущение тела хочется еще чуть-чуть. Наверное, где-то в первом пункте недопрожили. Читать ее, рекламировать ее, делиться, радоваться, писать, продолжение. Чудесно, замечательно. Положить на голову и делать круг почета по дому. Елена Перевалова, ну чудо просто. Великолепно, вот правда. А, смотрите, как сейчас? Комфортно, правда? Уже вроде бы и книги нет, но она уже есть у вас где-то. И на самом деле, мне кажется, что итогом всей сегодняшней конференции будет то, что эта книга станет реальностью все более. По крайней мере, точно для вас.
и для вас, как для части этого мира. А я попрошу вас пойти еще глубже и опять закрыть глаза. Опять-таки попробуйте, закройте глазки, побудьте с этим немножечко. И когда вы будете готовы, восстановите в памяти то, что вы чувствовали телом, держа книгу в руках, то, что вы захотели сделать после этого, и, возможно, даже сделали. И вот прямо сейчас отметьте себе, какие эмоции проживает сейчас ваше тело, ваша душа и все, что вы есть. Какие эмоции, какие ощущения на фоне вот эмоционально. Что сейчас с вами происходит? Когда вы уже ее держали, ощущали телом и что-то сделали. Что с эмоциями? Открывайте глазки, записывайте себе, и кто готов, делитесь, пожалуйста, с нами. Потому что это правда сегодня идет. Знаете, я веду игру «Лабиринт отражений», и то, что сегодня с вами будет происходить в чате, во время всего этого дня вы зеркалите друг друга, и ваши отражения позволяют чувствовать что-то глубже в вас же, хотя исходят и от других людей. Вы друг друга наполняете. Облегчение, словно сделала, что должна была сделать. Сердце колотится, как перед прыжком. Ирочка, это хорошо, только сердечко бережем очень сильно. Умиротворение, радость, счастье по телу, мурашки, а еще слезы выступили. Вика, я очень рада, потому что слезы – это всегда о чем-то настоящем. Открытие какое-то глубокое, погружение, излучение, глубина. Супер, неужели это я сделала? Такое не может быть. Может. В жизни возможно все. Я опять вернусь к путешествиям с детьми. Знаете, когда-то, когда был маленький совсем мой третий сыночек Стефан, и мне было правда сложно. Вот с девчонками было легко, да, они уже были достаточно взрослые, но он был еще маленький. И я должна была перестроить свое отношение к путешествиям так, чтобы ему стало комфортно. И сначала мне казалось, это невозможно. Но верите, это возможно. Это возможно. Возможно организовывать свои тренинги в новом городе так и находить таких людей, которые помогут тебе это сделать, когда тренинг идет в одной комнате, а вторая рядышком похожа на уютную детскую с морем игрушек. Это возможно. Так вот то, что сейчас происходит, что вы проживаете, возможно, потому что да, вы это можете сделать. И сейчас мы с вами сделаем опять привычное для нас. Пока действие, закроем глазки. Закрывайте, пожалуйста. Когда вы это все сделали, подержали, прожили, почувствовали, порадовались за это, скажите мне, пожалуйста, в рамках всего земного шара, в рамках всей нашей прекрасной планеты, какой смысл того, что ваша книга родилась? Какая ее цель? Что благодаря вашей цели получает весь мир, каждый окружающий вас человек и наша прекрасная страна, которой, правда, сейчас нужна помощь каждому? Какой смысл? Побудьте с этим, и когда вы будете готовы, откройте, пожалуйста, ваши глаза. Я буду бесконечно благодарна, если вы запишете себе это, а потом поделитесь с нами, потому что это правда важно.
важно, и для меня в том числе. Люди стали лучше, раскрытие, любовь и облегчение. Вдохновение жить лучше и развиваться. Счастье, которое я излучаю, и радость, и энергию, которую излучает моя книга. Общение. Некрасивого делаем красивым, несчастного самым красивым. Благодать. Уроки моего прошлого, которые, надеюсь, спасут кого-то от ошибок и потери рад. Это прекрасно. На самом деле, вот сейчас я вам честно скажу, так как я психосоматолог, то тело мое всегда очень включено, я очень его отслеживаю. Сейчас мне правда очень тепло с вами. У меня правда идут мурашки по рукам. И я понимаю, что каждый из вас способен принести что-то волшебное в этот мир. Каждый из вас, 135 человек сейчас в чате, и я не знаю, какое огромное количество людей будет еще смотреть эту презентацию, эту конференцию. Но это точно о том, что с тебя начинается мир. С каждого, с кем я сейчас говорю, с тебя начинается мир. И книга, наверное, есть тот вклад, тот прекрасный вклад, который сделает нас лучше всех. Это было наше вступление. Я надеюсь, что вы готовы со мной дальше работать, что вам по-прежнему комфортно. Если это так, я жду от вас плюсиков как подтверждение, потому что для меня это будет важно. И мы с вами двигаемся дальше. Немножечко мы начали, чуть-чуть мы погрузились в себя. А сейчас мы перейдем с вами к плану вебинара. Вот он перед вами есть. Я благодарю вас за такие увеличенные плюсы. Мне правда очень приятно. И единственное, что я отвлекусь, если кто-то опоздал на конференцию, то ну, для чего-то это важно вам сейчас вступать так, как вы вступаете, не проходя тот этап, который мы сейчас все прошли. Возможно, скорее всего, вам будут предоставлять запись конференции. Я думаю, что если вы захотите это сделать, то вы это сделаете. Но здесь важно понимать, что если вы немножечко оказались и зашли позже, чем мы все создавали этот поток, это не о том, что плохо это или хорошо. Это о том, что а для вас возможно, чтобы быть в этом потоке, нужно глубинное уединение. Ну, возможно, это так. Для вас так правильно. Повторяю, я глубоко убеждена, что если, что нету плохо и хорошо, есть так, как прямо сейчас оптимально. Посмотрите, пожалуйста, в сообщениях, вы сейчас от меня получили ссылочку на мероприятие в Фейсбуке. Так как я психосоматолог, то, соответственно, я провожу свой авторский тренинг, практику по психосоматике. Он будет очень скоро в октябре. Я приглашаю тех, кто готов быть уже. Вы можете, пройдя по этой ссылке, все изучить. В том числе те практики, которые мы делали, вам немножечко показали, а что это. Значит, план вебинара уже давно перед вами, и мы продолжаем двигаться. Ну, для начала давайте определимся, кто же я. Меня, повторю, зовут Олеся Бабалькевич. С вами я немножечко уже познакомилась с точки зрения того, что я делаю и умею, и как я рассказываю. Поэтому, кому интересно, вы можете, знаете, вот как сейчас модно, стать моими друзьями даже удаленно. Вот здесь у вас на фотографии есть ссылка на мой профиль, поэтому, пожалуйста, как это модно говорить, задружитесь. Единственное, что я прошу давать какой-то короткий комментарий в сообщении, что вы познакомились на конференции, потому что я очень внимательна к тому, кого впускаю в личное пространство. Я буду благодарна
вам за такую корректность к моему пространству. И обещаю в ответ уважать, конечно же, ваш. Вот здесь вот много-много-много мелким шрифтом «Кто же я такая?». Кому интересно, вы можете это сохранить, нажав принтскрин и так далее. Что для вас важно сегодня? Для вас важно то, что я автор книг, уже изданных. Первая книга моя – это «Секреты детского питания». Потом вот так она должна держаться. «Секреты детского питания». Первый раз она вышла в 2013 году. За примерно полгода разошелся ее первый тираж в 1000 экземпляров. Я понимаю, что нужно предварительно проводить рекламные кампании, но я честно вам скажу, я тогда ничего не проводила. И это, пожалуй, один из тех моментов, которые мы сегодня обсудим. Это очень интересно, потому что наверняка у вас, у каждого в жизни есть с чего стартовать. До момента того, когда вышла моя первая книга, у меня была 9 лет, представьте, консультация онлайн по питанию детей. И вопросы в эту консультацию слетали со всего мира. И издала я книгу не потому, что мне очень хотелось издать именно книгу, а потому что мне хотелось прийти в каждый дом. Вот эта книга, это книга-консультация. Если я вам ее открою, то вы увидите, что тут, по сути, ответы на вопросы. То есть вопрос-ответ, вопрос-ответ. Посвящена она, конечно же, питанию детей. И почему я столько уделяю внимания этому? Потому что именно в ответ на запрос мира я сделала такую книгу. Потому что я столкнулась с тем, что мамы из-за полярного круга, вы удивитесь, у меня, правда, консультировались из-за полярного круга, что было для меня такое вот и удивительно, и очень приятно. И во Флориде задают одни и те же вопросы. Что я пытаюсь вам сказать? Ваша книга, она будет не только в Киеве, не только в вашем городе, где вы издадитесь. Вам важно понимать, что она будет во всем мире. Вот просто задумайтесь, взяв все то, что вы прожили. Ваша книга будет во всем мире. Вот побудьте с этой мыслью на секундочку. И сейчас я вам скажу такую фразу, которую я бесконечно обожаю. Те, кто читают книги, всегда будут управлять миром. И я правда убеждена в этом. Но здесь очень важно понимать, что уровень вашей книги должен быть соответственным. Для того, чтобы вы дали миру лучшее от себя и вошли в дом, ведь вы фактически, поймите, вы делаете товар, но с этим товаром вы входите в дом. Представьте на секундочку, что к вам в дом вошел кто-то и зовут его книга. Каким он должен быть? Вот ту картинку, которую вы себе нарисовали, такой должна быть ваша книга. Такой должны вы ее чувствовать, прожить. И это на самом деле должно быть прожито вами. Не издателем, не художником, не корректором, не редактором. Вами. Это ваша часть. И взяв ее, вы войдете в дом. И теперь, зная, кто стучится к вам в двери и каким он должен быть, давайте подумаем, что должна и может делать ваша книга. Чтобы она не была похожа на желтые СМИ,
чтобы она не была той, перед кем дверь захлопнут, чтобы она не была той, кого откроют и сразу закроют. Вот это то, что я видела как цель, когда выбирала тему своей книги, которая уже издана. Когда я выбирала цель вот второй своей книги, это блокнот «Кулинарничек», он практический. И я вам скажу, вот конкретно эта книга отвечает четвертому пункту. Она решает ситуацию и дает ресурсы. Блокнот «Кулинарничек» – это опыт мой, будучи мамой троих детей и специалистом по здоровому питанию, деток и взрослых. Я столкнулась с тем, что это все не систематизировано. И в ответ на то, чтобы решить ситуацию многих мам в мире и дать им ресурс, какой? Отдыха. Чтобы они поняли, что питание детей – это очень просто, легко, если оно системно. Видите, какой он тоненький? Тут всего 80 страниц. И это то, что позволит вам питание детей до 3 лет систематизировать вот в такое. Маленький блокнотик, который лежит у вас на столе. И это та книга, которая решает ситуацию и дает родителям ресурс. Прежде всего, чувствовать себя великолепными родителями. Быть всегда на волне позитива. Потому что когда ты справляешься со своими заданиями легко, то это легко. И ты чувствуешь себя победителем. На самом деле вы очень взрослые, но вы все похожи на своих деток. Вы тоже хотите быть победителями. Вот я прошу поставить плюсики сейчас тех, кто хочет чувствовать себя победителем. Вот вы утром открываете глаза, кому хочется провести день как победителя? Так, вот, о, отлично. Видите, все очень просто. По сути, мы все с самого раннего детства хотим проживать жизнь как победитель. И ваша книга должна быть результатом мыслей, чувств, позиций именно победителя. И она должна помогать что-то взращивать или компенсировать. Или создавать жизненный стереотип какой-то, если вы делитесь тем, что вы достигли в жизни. Я уверена, вы по каждому этому пункту знаете примеры чудесных, толковых, классных книг, которые лежат у вас. Подумайте сейчас, потратьте некоторое время. А ваша тема книги, она о чем? Поделитесь с нами. Мне интересно все-таки, в каком направлении большинство книг из тех, кто сегодня присутствует. Ваша книга, она будет что-то взращивать. Возможно, это книга о детской психологии, об отношениях. Вот Леночкина книга Лены Тарариной, которая будет выходить, она, безусловно, будет взращивать что-то в отношениях родителей и детей. Но и решать ситуацию, давать ресурсы. Тема может быть охватывать сразу несколько направлений. И это нормально. Книга о том, как создать свой арт-продукт. Уже в верстке. Поздравляю. О собственных экзаменах жизни каждый день. Это явно о чем-то о жизненных стереотипах. Эмоции в теле, как они появляются, по теме моего мастер-класса «Вещи в теле». Прекрасно, мило, все, что связано с телом. Люди зажаты, я только буду рада прочесть эту книгу, поэтому, пожалуйста, разворачиваем друг друга и в теле, и в эмоциях. Детская сказка с элементами терапии детских кошмаров. Вот про кошмары немножечко мне Валерия кошмары – это уже очень о терапии. А вы правда хотите терапевтировать через книгу? Или это все-таки о лояльной мягкой коррекции, которая доступна даже сделать родителям? То есть если это книга для профессионалов – супер. Но сам родитель терапией заниматься не может. Родитель может заниматься коррекцией состояний. И тогда это о коррекции детских страхов. Возможно, для вас это будет полезно.
Руны – это о системе преобразующего мировоззрения. Ольга, знаю о рунах, и буквально вчера, когда вела игру, мне задали вопрос по рунам, и я поняла, что это зона моего развития. Так что я буду рада увидеть эту книгу и познакомиться с ней. Художественная книга «Сказка для детей о пустых обещаниях и пути». Боже, чудо, чудо! Дорогие мои, на самом деле у вас совершенно потрясающий набор. И теперь я понимаю, насколько мой вопрос, когда я спрашивала о смысле вашей книги, что оно... Вот он сейчас просто выходит из вас, льется, как фонтан. Я бесконечно рада, что, возможно, какая-то часть меня и моей энергии позволила выпустить этот фонтан сейчас. Это прекрасно, я только рада. Интересно, Елена Косяненко, кулинарное интервью с арт-терапевтом. Прекрасно. Мне очень нравится этот микс, потому что я вообще медик, я нутрициолог. И помимо всего, у меня есть второе направление, которое я бесконечно люблю. Это психосоматология, где я, конечно же, пользуюсь и арт-приемами. Не только такими привычными, но и своими авторскими. Поэтому все, что позволяет человеку, его телу, его эмоциям, его действиям становиться увереннее. Я вот прям хочу сказать это слово «фонтанирование». Знаете, такое должно быть из человека. Это все во благо. Я смотрю, друзья, что вы с темой определились, но не все. И здесь мне важно для вас сказать следующий момент. Тема – это все-таки не направление. Вот посмотрите, пожалуйста, когда мы с вами, у некоторых уже есть темы, и они узкие, направления широкие. Если мы с вами берем, допустим, вдохновлять людей с негативным опытом на создание близких отношений, это огромное направление, правда? Согласны? Согласны. Я думаю, что все согласны. Кому важно подтвердить, ставим плюсики. Но это направление. Друзья мои, прямо вот очень хочется, но одной книгой охватить целое направление невозможно. Хотя, наверное, может быть и возможно, но это будет, вот знаете, так прыг-прыг по кочкам. Для нас же важна в жизни каждая кочка. И я вам предлагаю, когда вы выбираете тему в каком-то направлении, взять каждую кочку в разрезе. Если это о богине, вот открывая в себе богиню, чудесное совершенно название книги, то это о какой-то женской роли. Это о каком-то конкретном, возможно, даже архетипе, я не знаю. Леночка, возможно, я как-то некорректно говорю о вашей теме, но я просто беру тему как направление. Но мы же можем прожить женщину в целиком, правда? Взять как направление, там, женщина, ее роль в жизни. Знаете, напоминает такой, ну вот, ни о чем. Но когда мы берем направление, каждую вот эту вот кочечку жизни человека и раскрываем ее, то мы на самом деле создаем самое важное для этого человека. Почему? Да потому что большинство из нас по своей жизни, ну вот прыгают, поверьте, из моей практики. Люди прыгают по своим кочкам и говорят: о, ну да, я вот и тут вроде женщина, и тут, ну да, у меня есть, ну и то, и то. Но, понимаете, о чем я говорю? Идем глубже. И тогда в направлении вы выбираете себе узкую тему. Одну. Вы, конечно же, можете, сформировав и создав, и передав этому миру, перейти в другой. Супер, сделайте это. Будьте изобильными в написании ваших книг. Мир с радостью это примет, потому что меня бесконечно радует, когда я смотрю на своих детей, они все трое, несмотря на их планшеты и читалки, листают бумажные страницы. И когда их полки завалены бумажными книгами. И когда для них зайти в книжный магазин – это счастье.
Наряду с тем, как пойти в развлекательный центр, как поиграть в боулинг, как поехать путешествовать. Понимаете? Поэтому многие дети читают, культура чтения возрождается. Поэтому вам на самом деле, только во благо. Мила, я вам благодарна за то, что вы о Велечке такого теплого мнения. Мне очень приятно быть ее мамой, она правда большая молодец. И это сейчас речь идет о моей старшей дочке. Я скажу пару слов, у нее есть клуб подростков, который для детей ну, фактически ничего не стоит, у них взнос, по-моему, там 40 гривен. Они собираются, к ним приходят очень интересные спикеры, они пьют чай, едят вкусняшки, играют там в кэшфлоу, фотографируют. Совершенно потрясающее направление. Моим детям 13, 10 и 5. Ну вот давайте мы все эти вопросы вынесем за рамки нашей конференции. Мне очень приятно, что вы интересуетесь. Я буду рада это обсудить у себя на страничке. Заходите. Попадешь в клуб, попадете, я уверена, что попадете, потому что на самом деле все очень интересно. А мы с вами продвигаемся дальше. И я думаю, что вы многое поняли из того, как выбрать тему в целом направлении. И сейчас я опять прошу вас взять листики. И да, как будто бы мы с вами уже и книжечку прочувствовали. И подержали, и в теле ощутили. Но почему-то мне кажется, что это не одна ваша книга. А возможно, кто-то не прочувствовал до конца свою первую книгу. И потому я сейчас задам вам вопрос. Это очень важный момент. Как собрать материал, интересный людям и вам? Поверьте мне, если вы не полюбите свою книгу, не полюбите то, о чем вы в ней пишете, люди вам не поверят. Знаете, когда на семинары ко мне на практику приходят люди, я часто спрашиваю и благодарю за то, что пришли, и спрашиваю, почему ко мне? Я слышу для себя самое важное, я вам верю. Задайте себе вопрос, за сколько времени, когда вы встречаетесь с тренером, спикером, вы им поверите? Ну, через сколько? И сообщите, пожалуйста, в комментариях, сколько времени вам надо, чтобы поверить человеку, который говорит с вами или приходит к вам в книге. Ведь бывает так, что вы берете разрекламированную книгу, открываете ее и понимаете, чувствуете, что за ней стоит человек. Через сколько вы поймете, верите вы ему или нет? Да, да, он во мне заинтересован или нет? Или это просто работа с первой минуты, мгновение, минут пять? Достаточно посмотреть ему в глаза. Согласна, про секунду, с первой страницы, Иван, спасибо, про страницу. Посмотрите сейчас на комментарии. Сейчас вы слышите для каждого из вас самое важное. Если вы, когда пишете книгу, просто делаете свою работу, то закройте ее и не сдавайте. Потому что люди вам не поверят. Знаете, самая лучшая реклама вашей книги, мне задавали вопрос, как я ее продавала, первый тираж, что вот это уже я держу в руках второй тираж. И он тоже уже почти продан. Кстати, если кому-то нужна книга о питании деток, эта книга актуальна до 5 лет, если вы не знаете, с рождения до 5 лет, то, пожалуйста, обращайтесь. Как я продавала? У меня даже не было менеджера. Не было издателя, который продавал эту книгу. Я сама первый тираж продавала полностью. Люди мне верили. Они покупали эту книгу, потому что они мне верили. Потому что, я вам честно скажу, я практикую и нутрициологию, то есть консультирую по питанию.
детей и взрослых, семьи целые, и психосоматологию 11 лет. У меня нету той ситуации, когда бы я проснулась посреди ночи и поняла, что за деньги я дала плохой совет. Или что в моей статье по всему миру я публикуюсь, Германия, Чехия, Канада, Украина, Россия, Беларусь. Я знаю, что я могу спать за каждое свое слово спокойно, за каждую свою рекомендацию. И поэтому, наверное, люди верят. Я бесконечно благодарна им, и поэтому очень трепетно отношусь к их доверию. О нюансах я не буду рассказывать, потому что, наверное, это понятно, что я не вступаю ни в какие отношения, которые повлияли бы на доверие людей. О чем это? Это о рекламе вашей книги. Вы можете столкнуться с тем, что рекламодатель начнет диктовать свои правила и предложит вам за это большие деньги. Что вы будете делать? И это тоже о том, как собрать материал. И здесь я не просто так попросила вас достать листочки. Спросите себя, что вам интересно. Перечислите буквально 4 пункта. Это первое, что вам надо сделать, когда вы выбрали кочку. Ну, назовем ее так, у нас такая метафора пришла. Коль такая пришла метафора, вы выбрали в направлении целом тему. Спросите себя, что там вам интересно. Ну, потому что даже самая простая тема, узкая, может рассматриваться под несколькими углами. Кому-то интересно в ней будет поведение тела, кому-то эмоциональный фон, кому-то отношения, допустим, если это про отношения, кому-то конфликт между этими двумя сторонами, вот именно его суть, теория, возможно. Что в этой теме, которую вы выбрали? Спросите себя, вам интересно? 4 пункта буквально. Кто готов, то, пожалуйста, поделитесь. Следующий пункт. Спросите людей. И вот здесь я хочу вам сказать следующее. Не бегите к мужу, не бегите к детям, не бегите к мамам и к подружкам. Сегодня мы с вами обладаем огромным ресурсом, который называется социальные сети. Спросите у людей, что им интересно в этой теме. Любую тему узкую, которую вы выбрали, спросите людей. И все то, что они вам скажут, отметьте себе и подчеркните красным. Это красная линия, которая должна проходить через вашу книгу. А первая красная линия – это то, что интересно вам. Если первой не будет, то люди, может быть, и услышат, но не поверят вам. Но если вы совместите свой интерес и интерес людей, вы будете успешны в рассматривании этой темы. Следующий момент. Слушайте. Я частично это сказала уже во втором пункте. Почему это важно? То, что вам люди скажут, слушайте все. Вот прям себе отметьте все. Даже то, что для вас кажется неважным. Если для кого-то это важно, и оно повторилось 1, 2, 3 раза, это безумно важно затронуть. Если вы в этом не компетентны или пока не знаете, что с этим делать, это прекрасно. Вот видите, слышите? Это прекрасно. Почему? Я прошу прощения. Почему это прекрасно? Потому что это ваша зона развития. Вам верить будут люди еще и потому, что вы не стоите на месте. В стоячей воде образуется болото, независимо это явление природы или это человек. Но если человек становится стоячей водой, он превращается в болото. Каким бы он ни был успешным когда-то, услышьте слово «когда-то». Поэтому то, что люди у вас спрашивают, говорят вам, слушайте. Это ваша зона развития. И, безусловно, запишите себе это.
Потому что мы вспоминаем правило, что важная мысль у нас сохраняется 15 секунд. Поэтому я вам рекомендую записывать все. А теперь мы с вами поговорим о важном моменте, о сроках. Потому что если вы себе не поставите сроки написания, я прошу вот сейчас отметить, кто пишет книгу и у кого есть конкретные сроки и сколько они. Ну, то есть они совершенно могут быть другими, потому что здесь это пример. Как часто надо писать в день и по сколько страниц. Потому что вот если Леночка говорила, сколько времени она уделяет, то я подхожу к этому, исходя из количества страниц. И, ну, для меня комфортен такой вариант. Сколько у вас, когда у вас дедлайн сдачи книги? Вы для себя определили? Если вы определили, то, пожалуйста, отпишите в сообщении. Я взяла здесь пример. Пример – это, безусловно, написание моей книги, которую сейчас я пишу. Посвящена она психосоматике. Это первая книга, вторая посвящена эффективному родительству. Для меня дедлайн – это 5 месяцев, потому что я уже созрела, я ее уже выносила, и я уже села, готовая ее писать. Я не собиралась ее писать, не собиралась с мыслями. Я это все в 5 месяцев не включила. Это чистое время написания. 5 месяцев. В каждом месяце мы уверены, что у нас 30 дней. Так вот, друзья, я не согласна. Если вы будете писать и позволять себе при этом уставать, то вам это перестанет быть интересно. Вам люди не поверят или услышат, насколько вы это вымучили. Поэтому выходные убираем, а они честно вами заработаны. И пишем. Пишем в свободные от выходных дни. Вот такая у нас масло-масло. Но это важно. Когда вы это рассчитываете, ну это простая математика, то вы понимаете, сколько вы должны писать в день. Для кого-то это будет время. Действительно, 30 минут в день. Вполне может быть. Но для меня это всегда завершенные страницы. Я пишу порядка 2,5 страниц в день в обеих книгах. Ну, то есть, в принципе, это в общем 5. Поэтому я, наверное, работаю чуть-чуть быстрее, либо работаю по 2 направлениям. Для меня это комфортно. Как для вас? Определитесь. Вы работаете по времени или вы работаете по количеству страниц? Но что самое важное, внесите эти страницы или это время в свой график. Это критически важно. Все, что вы не внесли в график, из него исчезает. Ну вот так, бесследно. Было и нету. На самом деле, если вы все это сделаете, то вы правда, как мы и говорили, через какое-то количество времени, которое вы решили для себя сами, будете держать вашу книгу в руках и ощущать физически то, что мы с вами ощущали в начале. И я поняла, что это будет очень приятно, потрясающе, наполняюще, бесконечно. И сейчас я готова, так как у нас время ограничено, у нас осталось с вами 5 минут на вопросы, чтобы это было максимально полезно для вас, я буду рада ответить. А дальше и быть полезной. Дальше вы увидите на слайде вот эти все мои контакты. Кому хочется мне написать, здесь есть email, есть телефон, есть мой сайт, есть моя личная страничка в Facebook. У вас есть время взять это, отпринтскринить как угодно. Сделайте это, а я пока буду отвечать на вопросы, если они у вас есть. Так, у меня полгода, книга большая, вчера составила подробный план. Елена, прекрасно, вы нас всех спикеров опередили. Вы у нас самый быстрый человек. Хорошо, значит, ждем вашу книгу. Как назвать книгу? Замечательно. Этой серии «Как корабль назовешь, так он и поплывет». А вот попробуйте каждый сейчас навскидку привести 5 названий книг и запишите их.
5 книг, названия которых вы сразу вот хлоп и приходит. А вот там ваша подсказка. Наверняка это будет звучное, быстрое и с какими-то запоминающимися словами. Допустим, я вам приведу пример. Бог никогда не моргает. Бог не моргает, сцепка вообще просто казуистическая. Бог не моргает у человека, когда вы рассуждаете только о названии, откладывается это в подкорке, и вы это название запоминаете. Все очень просто. Дневник без секрета. Прекрасно, Елен, чудо, мне нравится название. Берите. Это вот о том же, Бог не моргает, дневник без секрета. Что за дневник без секрета, да? Ну, то есть что-то казуистическое, не совмещенное в вашей реальности. У нас заканчивается время, мне напоминает модератор об этом, поэтому я буду благодарна вам, если вы скажете мне, с чем вы уходите. Что было для вас важно сегодня? Что было вам важно, когда я была с вами этот час? Я буду бесконечно вам благодарна за это. Буду рада продолжению общения с вами. Контакты мои у вас есть. Поэтому мне просто хочется сейчас от вас обратной связи. А я вам скажу, что с вами было очень тепло, светло. Я получила бесконечное удовольствие от того, что читала ваши комментарии. Потому что, ну, это правда чудесно, волшебно, замечательно. Просто даже слышать о том, чем вы хотите поделиться с миром. С каждым из нас, со мной в том числе, с моими детьми, с нашей великолепной Украиной. И, в принципе, повторяю, с каждым. Вы потрясающие, будьте такими. Оставайтесь такими, а после меня будет выступать Юлечка Дикая, которую я бесконечно люблю, уважаю как профессионала. И я уверена, что она откроет для вас мир книг и возможности стиля их написания еще шире. Будьте уверены в своих силах, и я с вами прощаюсь, желаю вам хорошей конференции и обязательно результативной. Жду ваших книг, буду рада вам быть полезной. Всего доброго.